Сегодня я хочу поговорить о том, почему люди не могут спать. Я имею в виду, что бывает, когда вы ложитесь в кровать и не можете заснуть. Это может быть довольно распространенной проблемой, особенно в наше время. Первая причина – это, конечно же, стресс. Когда мы переживаем стресс, наш уровень адреналина повышается, что может помешать нам заснуть. Мы начинаем думать о проблемах, которые нас беспокоят. И это не дает нам расслабиться. Вторая причина – это слишком много кофеина. Кофеин может быть очень полезным, чтобы помочь нам проснуться по утрам. Но если мы выпиваем его слишком много или слишком поздно в день, да, это может помешать нам заснуть. Третья причина – это слишком много экранного времени. Наши гаджеты излучают синий свет, который может подавлять выработку мелатонина, гормона сна. И если мы проводим слишком много времени за экранами перед сном, это может нам также помешать заснуть. Четвертая причина – это неправильный режим дня. Если мы не следим за своим расписанием и ложимся спать, и просыпаемся в разное время каждый день, это может нарушить наш циркадный ритм и усложнить засыпание. И, наконец, пятая причина – это физические проблемы. Некоторые люди могут страдать от боли в спине или других частях тела, что делает невозможным комфортное засыпание. Ну, вот такие вот причины, почему люди не могут спать. Но есть хорошие новости. Мы можем это исправить и улучшить наш сон. Просто попробуйте расслабляющие техники перед сном. Ограничьте потребление кофеина, меньше экранного времени, следите за режимом дня. Надеюсь, эти советы помогут вам улучшить ваш сон и получить больше энергии для вашей жизни.